Пешеход не пожалел ни нервов, ни времени, чтобы отстоять свою позицию, терпеливо дождался ГАИ и заставил остаться на месте водителя, к которому у него, по сути, была только одна претензия. Тот не уступил ему дорогу так, как это положено по правилам. Положено же, с поребрика стоял, должен остановиться, я не остановился. Ущерба принципиальный пешеход, кроме морального, никакого не понес, если не считать такого незначительного факта, как испачканная одежда. Он встал и стал вызывать, я ему не уступил дорогу. То есть у меня ни столкновения, ничего не было, просто не уступил я дорогу. Он ущерб вообще какой-то понес? Нет. Нет? Брюк только испачкался? Вот, у машины стоял, испачкал брюк. И он решил, тем не менее, вызывать ГАИ. Итогом всего этого разбирательства стал удивительный факт. Оказывается, если пешеход окажется достаточно принципиальным, то он вполне может привлечь водителя к ответственности. В конце концов, инспекторы выписали мужчине, который находился за рулем Логана, протокол и оштрафовали его на 1000 рублей. Другим, возможно, стоит принять это во внимание.